Ребята, всем привет! Сборка котла 15 киловаттного, объем загрузки 150 литров. Форсуночки идут, колодцы, трехоборотник получается, три оборота. То есть раз, два, три. Выход дымовой трубы 159. Волосники водяные. Радио Славка 105.8. Реклама. Встречайте. Акция от магазина Виция. Учредитель Назаровский канал. Руководитель Техноплекс. Всего 30 спешите. Количество... Тут дальше идет у нас сборка дверок. Навесы приваривают. Без навесов сейчас. Ручки эбонитовые идут на котле. Это загрузочная. Здесь выгрузка. Это зольник. Ну и дверка получается ревизионная. Вот он. Колодцы чистить.